Тамерлановское шоссе – одно из самых загруженных в городе. Круглый год здесь плотное движение машин. Вместе с тем, с началом строительства развязки часть дороги пришлось перекрыть, в связи с чем поток автомобилей был переброшен на объездные пути, что создает водителям серьезные неудобства. Но буквально через несколько месяцев ремонт завершится. И с появлением развязки пробок на этом участке уже не будет. Планируем сдать развязку в эксплуатацию в начале сентября. Основная работа завершилась. Осталось отделать туннель гранитными плитами и установить дорожные знаки и светофоры. На сегодняшний день проделано 85% работы. Стоимость строительства составляет 1 миллиард 700 миллионов тенге. 1 миллиард 400 миллионов уже освоены. Строительство на Тамерлановском шоссе состоит из двух этапов. Это транспортная развязка и расширение правого съезда дороги, к которому планируется приступить в следующем году. После окончания всех работ здесь уберут светофоры, чтобы не ограничивать движение. Между тем, до конца года в Шымкенте завершится строительство еще одного крупного проекта. Надземный пешеходный переход на углу Тамерлановского шоссе и улицы Мангельдина будет достроен до декабря, заверили чиновники. На перекрестке Тамерлановского шоссе и улицы Мангельдина большой поток пешеходов, в связи с чем на дороге часто образуются заторы. Именно поэтому было решено установить мост именно там. Переход будет Г-образным. На сегодняшний день опоры со всех сторон дороги уже установлены. Также готовы все детали, необходимые для строительства. Стоит отметить, что строительство моста началось еще в 2016 году. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог пояснили, что не могли продолжать работу в связи с подземными коммуникациями. Однако теперь эта проблема решена. Рауль Габитов, Мурат Одинаев, Абзал Турабеков, новостная служба телеканала ТВК.